Читайте в свежем выпуске «Комсомолки» 4 декабря. Часы за десятки тысяч евро и звезды эстрады на вечеринках. Будучи министром сельского хозяйства, Елена Скрынник не скупилась на праздники. В распоряжении «Комсомолки» оказались фотографии со дня рождения чиновницы, которую она отметила 2 года назад. Так ли богата Скрынник, как ее малюют? Разбирался Евгений Арсюхин. Мобильных операторов поставят на место. Роскомнадзор запретит сотовым компаниям навязывать свои услуги абонентам. Платные приложения того или иного тарифа больше не будут подключать без ведома клиентов. Подробности читайте в заметке Евгения Белякова. Ели или не ели? Вот в чем вопрос. Вокруг истории о спасенных в Якутии рыбаках собираются зловещие слухи. Чем или кем мужчины питались долгие месяцы? И что случилось с их товарищами? За развитием событий следит Алексей Козырин.